Конкурсы красоты, на которых выбирают королей и королев, пользуются по всему миру большим успехом. Но мало кто знает, что существует и конкурс, на котором выбирают принцев и принцесс. На недавнем всемирном конкурсе «Маленький принц 2017» победителем стал 4-летний Эрик Китесов из Еревана. Моя коллега Нона Оганесян одной из первых поздравила мальчика и его родителей. Участников из 50 стран мира обошел 4-летний Эрик Китесов, представитель Армении. Теперь он носит звание «Маленький принц 2017» и «Лучший из лучших 2017». Эрик выступил блестяще. Обычно на таких конкурсах более активными бывают девочки. Но в случае с Эриком все было ровно наоборот. На сцене он умело держал за руки двух девочек и направлял их в танцы. В этом году конкурс «Маленький принц и принцесса» прошли на берегу Эгейского моря в Турции. Конкурс состоял из трех этапов – выход в национальной одежде, свободный стиль и выход в одежде принца и принцессы. Я участвовал в конкурсе «Маленький принц» и выиграл вот эту корону. Погладить кролика и потрогать морскую свинку – радость для малыша. Маленький принц любит животных, поэтому родители часто водят его в контактный зоопарк. В свои 4 он с удовольствием заботится о 4-ногих друзьях так же хорошо, как и ходит по подиуму. До поездки в Бодрум Эрик участвовал и в местных конкурсах красоты, где занимал первые места. Он также мистер Армения 2017. Изначально его научили ходить по подиуму, занимались с ним танцами и даже репетировали, как правильно улыбаться на сцене. В детском саду маленький принц – обычный ребенок. Вместе со своими одногруппниками он учится читать и писать, а их любимые занятия – угадывать названия фруктов и овощей. Но лучше всего у Эрика получается задорно рассказывать стихотворение. Эрик очень собранный, скромный и одновременно активный ребенок. Он хорошо поет, танцует, рисует и участвует во всех театральных постановках. Очень любит своих друзей, а друзья всегда радуются его успехам. А вот будущую профессию принцу родители решили не загадывать, оставят право выбора ребенку. Главное, чтобы он рос счастливым и здоровым. Нона Оганесян, Арман Симонян, Мир 24.